Единая Россия, КПРФ и ЛДПР прошли бы в Госдуму нового созыва в случае, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье. Согласно результатам, среди участников опроса, готовых отправиться в этот день на избирательные участки и определиться с партией, за которую хотят голосовать, 44% респондентов отдали бы предпочтение партии власти. Были опрошены 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах Российской Федерации.